Шой, мадам Вильян, ерунда. Со временем он исчезнет. Но нужно ходить. Много ходить. Давайте пройдитесь. И у меня контракт с Карсвой. Это слишком долго. Конечно, это немного дольше, но и намного качественнее. И намного дороже. Я сделаю вам скидку, мадам дам. Милая, на дорогу. Лицей Жюльен. Слушай, а нет. Летом мы все исправим. Ты не виноват, и мы все равно никуда не поедем. Ты сядешь сзади, потому что кое-кто не хочет меняться. Извините все, что беспокою. Так получилось, что я купил билет в последний момент, и теперь мое место аж там. И все твои фобии. Существуют же специальные симуляторы, чтобы справиться с этой проблемой. Нет, нам не нужно. Они еще дети. Прекрасно, у нас есть... Тихо, как в доме для престарелых. Ничего повеселее не было. И крайне такой продвинутый, как тот козел, который ушел из семьи из-за сисек. Мама, вообще-то ты говоришь о нашем отце. Да, он. Привет, господин! Лучшая коллекция в мире. Да, лучшая в мире! Посмотрите, не пожалейте. Тут с девочками, он это заслужил. Давай, вперед, пацан, а такого... Я не флиртую. Я ищу кое-кого, не могу найти. Нет? Ладно. Очень странный. Что, тоже не хочешь пойти? Нет, любимая, я просто хочу лечь спать. Мама, я не лягу спать в 6 часов, я не ребенок. Да? Нет, как по мне, он стильный. И опытный, поэтому почему бы и нет? Да ничего. А ты? Ничего. Круто. Ты должна решить, хочешь или нет. Это больно? Больно? Сначала, но в итоге тебе понравится. Господи!